Всем добрый день. Меня зовут Кристина Хромойкина. Сегодня, собственно, как и обычно, мы выполняем окрашивание в студии красоты Грива. Сегодня мы вам продемонстрируем, как и чем выполняем окрашивание тотальный блонд. Обязательно перед каждым клиентом мы обрабатываем руки эмметалем, все инструменты, руки, можно клиента. Собственно, обязательно не забываем о дезинфекции помещения, дезинфекции рук и следим за тем, чтобы ваши мастера, если вы не наш клиент, тоже это делали. У нас сегодня прекрасная модель Яна. Яна – наш клиент студии, окрашивается всегда только у нас. Мне хочется продемонстрировать, насколько идеальные волосы, насколько они ухоженные. Это говорит о том, что мастер четко знает, с какими он волосами работает, четко знает, как работать с волосами, блонд и вообще, чтобы сохранить их в отличном состоянии. У нас с Яной тотальный блонд. Обратите внимание на корешочки. У нас полтора месяца назад были осветлены корни. Здесь свой уровень восьмерки, такой светло-русый. Поэтому мы рассветляем, осветляем корни не пастой, не порошком, а осветляем красителем. И они прекрасно поднимаются и осветляются. Мы осветлим отдельно корешочки, посидим с ними 50 минуточек с красителем. И далее смоем и сделаем полноценное тонирование от корней по всей длине. Блондиночки и все светловолосые, не забываем о том, что тонирование – это прочность и эластичность волос. И если вы блонд, если у вас сложные техники, шатуши, балаяж, вы тонирование выполняете каждые 1,5–2 месяца. С тотальным блондом все немножечко проще, но не сильно проще. Они приходят осветлять корни каждые 1,5 месяца и, конечно же, сразу осветляют, тонируют всю длину. И благодаря этому длина сохраняется красивой, потому что наполняются все пустоты, волос становится эластичный, прочный и не ломается. Успех хороших, красивых волос – это в классной работе мастера-колориста, который понимает, что делает, и в правильном, грамотном уходе клиента. Про уход тоже все будем рассказывать. Яну сегодня будет окрашивать наш мастер студии красоты Грива Татьяна. Сразу расскажу, чем мы будем рассветлять. Рассветлять корни мы будем итальянским красителем на основе органового масла аммиачного формовита. Номер краски у нас будет 12-1. Будем рассветлять на 9% оксиде, выдерживать 50 минут на корешочках, потом смоем и будем выполнять тонирование. Часто, конечно, 12 ряд красителя мы можем использовать и на 12% оксиданте. Это совершенно нормальная ситуация. Но здесь очень светлые волосы, достаточно тонкие, они прекрасно на девяточке рассветляются. Нам не нужно поднимать оксид выше. Если бы волосы были чуть темнее, чуть плотнее и гуще, возможно, бы мы взяли 12% оксид. И это уже информация, наверное, не для клиентов, а для мастеров. Не забываем, что 12 ряд мы всегда размешиваем 1:1. И выдерживаем 50 минут. Мне кажется, что это практически во всех марках одинаковая ситуация. По крайней мере, в Матексе, Формовите, в Лореаль мы видим одно и то же. Все, поехали. Будем рассказывать о результате и показывать все в процессе. Ну что, в студии шумно-гамно работа фенов происходит, это все нормально, у нас полная посадка, да, поэтому, возможно, шумно, но надеюсь, что все четко и понятно. Татьяна выдержала осветляющий краситель 12 ряда от бренда Формовита на основе органового масла. Номер мы брали 12-1, осветляли на 9% оксиде, можно поближе приблизить оператор камеру и посмотреть, как чудесно осветляются корни. Да? Если они еще подсушатся, они будут намного светлее. То есть прекрасное осветление, база здесь это все позволило. У нас вот равномерное осветление получается везде. Мы сейчас помыли голову шампунем глубокой очистки. Дважды это обязательно. Дальше мы нанесли увлажняющую маску, чтобы завершить все процессы и очистить кожу головы и все осветляющую всю длину от осветлителя и завершить все осветление. Мы наносили масочку Dr. Sorby, извиняюсь, Repair, завершили все. И сейчас мы всю лишнюю влагу с волос убрали и будем тонировать волосы. Уже развели красочку, вот она здесь. Держи, Татьяна, можешь начинать тонировать. Прям на моечке на влажные волосы красителем Matrix. Нам это достаточно будет. Если волосы плохо принимают краситель, если мастер знает своего клиента, то может немножечко волосы подсушить. Можно наносить, конечно, и на сухие волосы, но в данном случае краситель прекрасно справится с осветлением на влажные волосы. Мне хотелось рассказать, какой у нас рецепт.
в какой пропорции мы его смешиваем. Выдерживаем мы тонирующий краситель от Matrix, это безаммиачная линия Color Sync. Выдерживать мы ее будем на волосах 15-20 минут, визуальный контроль. Очень мягкая краска, цвет получается обычно потрясающий, классный. Надеюсь, в нашем случае тоже будет обычно потрясающий, классный. Таня может сразу на корни наносить. Что мы взяли? Я взяла краситель 9GV 9 ряда. Здесь такой золотый фиолет. Я этот краситель больше добавляю как бы для базы. Он дает такую классную подсветку изнутри. Обожаю его. Добавила 15 грамм. Далее я взяла 10P. Это у нас 10 перламутровый. Это уже 10 уровень. Тоже добавила 15 грамм. Он дает такой классный перламутровый оттенок, переливающийся на волосах. И далее я добавила SPV. Это у Color Sync, у Matrix есть такая серия Sheer Pastel. Оно просто классный блонд, так чуть-чуть приматирует и придаст ему классный оттенок. И добавила, так как Яна хочет больше не серый цвет, но при этом, чтобы он был холодный. Да, желания блондинки всегда, они очень такие интересные. Вот в данном случае холодно, но не серо и так далее. Я добавила прям 1 грамм этого же Color Sync 7VA. Фиолет у нас уйдет на нейтрализацию желтого по длине, а у нас придаст такой сероватый оттенок, но в перемешку вот со всем тем, что я вам говорила ранее, он не будет серым, он будет нейтральным. Сейчас нанесем, 15 минут выдержим, смоем, сделаем укладочку и продемонстрируем вам результат. Ну что, закончили мы окрашивание для нашей Яны. Как и говорила, да, у нас было предварительное осветление корней, мы осветляли красителем, а не пастой. Далее у нас было тонирование на мойке на влажные волосы красителем Matrix. И далее вы могли наблюдать в видео такой интересный предмет, инфракрасный холодный утюг ультразвуковой. Мы, Яне, делали процедуру Гриворост. Это наш уникальный белковый комплекс, который полностью восстанавливает структуру волос, если вы его делаете комплексно и поочередно, но об этом позже. Хочется продемонстрировать окрашивание. Ян, можно, пожалуйста, немножко боком? Вот так выглядят наши волосы после осветления, тонирования и гривороста. Волосы просто сушили феном и брашингом, никаких утюгов, ничего не было. Ну и, соответственно, вообще мы об утюгах забываем, а на блонд так это вообще просто сажать за это надо. Вот так выглядят наши волосы. Поворачивайся, Ян, пожалуйста, спинкой. И повернись, пожалуйста, лицом, покажем корешочки, как наши прекрасно осветлились просто красителем. Вот наши корешочки. Мне кажется, они осветлились идеально. У нас получился еще крутой блонд. Красивый. Я думаю, желание мы тут осуществили. Холодный, но не пепельный. Ян, тебе нравится цвет? Да. Яне нравится цвет, и сейчас мы отпустим Яну, я вам расскажу, чем она ухаживает дома по нашей рекомендации за своей длиной, за своими волосами, и, собственно, расскажу, что, как, зачем, для чего наносить. Спасибо. По уходу Яна дома использует. Вообще этот уход такой, знаете, скажем, универсальный для всех блондинок. Это то, что стоит адекватных денег, то, что надолго хватит, и точно проверено нами. Яна использует бессульфатную серию шампуней Кока-Чока серии Блонд Анти-Эйдж. Ой, Анти-Эйдж, господи, ну да, пусть будет так, Анти-Еллоу вообще-то. Шампуни и кондиционеры есть в больших объемах, есть в маленьких объемах. Удивительно то, что шампунь не синий, это только синяя упаковка, он прозрачного цвета, как и кондиционер, не синий, но белый, но то и другое нейтрализует желтизну. Классно, вот, пожалуйста, Яна пользуется этим. Шампунь – средство только для кожи головы, дважды промывает кожу головы. Кондиционер – средство только для длины, на длину наносит и 2-3 минуточки разглаживает, но вы это все знаете. Далее обязательно использование раз в неделю тонирующей маски. Маска должна подбираться по цвету, который получился в итоге после окрашивания. Но учитывая, что мы всегда поддерживаем один и тот же цвет, пожалуйста, у Яны маска Ньютон Кератин
тонирующий 1076. Наносится на волосы после того, как смылся кондиционер, пару нажатий, распределяется по волосам, эмульгируется 30-60 секунд и смывается. Прекрасно поддерживается оттенок блонда до следующего окрашивания. Далее использует CP1 Scalp Sculptor. Надо было, кстати, на видео продемонстрировать, но как-нибудь в следующий раз, как много новых волосиков отросло благодаря вот стимуляции. Это классная штука, она регулирует выработку себума, кожного сала, плюс стимулирует приток крови к фолликулу, соответственно, фолликул укрепляется и лучше растет волос. Эта штучка, ну, это не обязательно, знаете, это по желанию, если у вас какие-то проблемы с волосами, выпадение, блонд и так далее. Всем известная уже в каждом видео, я говорю, это Ladur Silk Ring Hair Essence. Эссенция термозащитная на основе силикона. Вот такой одной эссенции в домашних условиях хватает на 8-12 месяцев. И Яна использует вот такую расчесочку. У нас вообще в студии все пользуются, и клиенты, и мастера. Сейчас я ее открою. Это шикарнейшая расческа. Мы год уже продаем их в студии, и мы в восторге. Это гинка расчески, она вся силиконовая. Очень классная вот эта щетина, она классно и корень приподнимает, и вытягивает классно, круто распутывает запутанные волосы. Идеально подходит и детям, и взрослым, и эту же расческу можно использовать для наращенных волос. В принципе, это был весь комплект. Как происходило окрашивание, что мы делали, я уже рассказала ранее. Все вместе от начала осветления до самого конца, вместе с укладкой процедуры Гриворост, услуга заняла ровно 3 часа. Услугу выполнял мастер нашей студии красоты Грива Татьяна. Всем хорошего времени суток, всем хорошего настроения. Записывайтесь к нам в студию красоты Грива на ВДНХ или на Тульскую. Заходите на наш сайт griva.ru, знакомьтесь с нашим прайсом, с нашими мастерами. Приходите к нам в гости. Всем отличного времени суток. Пока-пока. С вами была Кристина Хромойкина.